Блин, такое ощущение, что сейчас не конец марта, блин. Конец февраля, блин, или января. Сегодня как погодка? Ну, погодка такая неожиданная. Еще дня 3-4 назад было солнце, уже трава была видна. Сейчас снег. Ну, самое главное, это чтобы удары были хорошие, чтобы вратарь постоянно двигался, всегда был в тонусе. Вот. Ну, тогда, в принципе, уже будет довольно легко, и про холод он уже забудет. Как ты, Канан? Че? Как ты? Я вообще замечательно. Правда, поляну завела, а так, ну, типа, нормально. Ну, ты привык, да, в такую погоду? Конечно. Профессионал, конечно, не привыкать ему. Ты очень профессионал, да? Конечно. Остался команд найти. И все, и нормально. Как... Че, пусть напишут тебе на почте, да? Ну, на почте. Ссылка в описании, пишите Канану. Все. Будет вообще топ. Хорошо. Размяться. Мы можем себе застрял в Днепре, просто, типа, грубо говоря, напишут. Ой, Канан! Я извиняюсь, Папен, тут такой голос сейчас был, это жесть. Блять, я не могу не прыгать, короче, что я говорю-то? Ой, Лёля! Вот видишь, как летит. Просто сюда залетает. Нет, сюда в чате. Да ну! Ты что, травишь? Канан! Добрый вечер! Дайте просто мне лопату отправил. Кто-нибудь! Вы видели эту шведу от Гарда Пэйла? Моя шесть. Вот меня тюнис, сука! Ну! Бля, я тоже даже перекладину, блядь. Здесь прям конкретно, да, шведа? Ой-ой-ой. Да ладно. Сука. Ну, блин. Лёля! Что творит? Не имеешь права, блядь. Мог просто прыгнуть и не брать. Он заебал. Только на, наказываем эту падлу на воротах. Один против всех. Объявляю мораторий, мочи его. Ну! Что? Это что было вообще? Народ, в чат, быстро! Ракету в чат! У меня все равно по количеству сейвов больше. Я как в шоке, народ! Да ну! Хорош! Хорош! Ой-ой-ой, ладно! Ну! Здорово, здорово. Ой, здорово, Лёнь, прям. Ой, Лёнь, ну, Лёнь, ты прямо тут ждешь, я уже вижу. Женя, видите, ждет тут. Вот так вот бутсы выглядят. Весь снег. Канан. Такой вот он весь. Замерз, посмотрите на поле. Посмотрите, что с полем. Его как будто и нет. Просто посмотрите на Лёня. У него он как будто посидел. Такой чисто. Сейчас погоди, вот сюда встанет, еще удар будет. 40-летний Лёня такой, знаете. Ой-ой-ой! Блять, это невозможно, снег. Да ну! Блять! Я поскользнулся, я даже не понял. Да понятно. Я взял его. Понятно. Ой, красиво, красиво, Лёня. Ой. Да ну. Я вот упал. Блядь, Лёня, ты что творишь, на? Ой, здорово. Куда ты вот так разгоняешься, клёво? Хорош, что подкат был. Ребят, вот он, подкат Канана, пожалуйста. Не так надо, вот так. Он и вообще не могу. Ой, ёб твой. Лёня, что ты там делаешь? Сломался, блядь. Началась жесть на стриме, короче, ребят. Смотрите, кто что он делает? Это просто, у нас еще удары по воротам, они какиши летят. Как ударчики такую погоду? Ну, нормально. Нормально? Можно. Дед Мороза похож. Такой Санта-Клаус чисто из Гринча.
Да погодные условия вообще ни о чем. Тяжело было бить. Ты сейчас куда? В Лапландию? За подарками? Ну да, сейчас полечу за оленем. Вон, видишь, или Великий Устюг. Вон еще один олень идет. Как тебе ударная серия? Ну так, плюс-минус нормально. В такую погоду как вообще стоится на воротах? Ужасно, когда много снега, очень тяжело именно толкаться тут. Ну а так, единственное, можно попадать. Тут очень приятно падать, прокатываться, так как в детстве, нормально вообще. Прям мягенько, можно сказать, было. Да, очень. В целом, стоял неплохо. Стоял неплохо, ты не палец опять выбил, гад. Как, в смысле, что с пальцем? Вот этот, да. Так, это, который этот, средний? Ты не показываешь? Нет, который рядом с ним. А, рядом с ним. Ну ты мне обычно средний любишь показывать палец. Вот, запустили прямой эфир, был у нас чат. Вы в камере, вы в видео, чат. Как у вас дела? Передайте Саламыч. Большой и крепкий. Чат, просто посмотрите, что с микрофоном. Микрофон весь вон. У меня вот просто снег, вот. У меня вот кроссовки, вон там снег. У меня вот сейчас я буду одевать, у меня вон там вот снег, ребята. Прям напишите в чате, у кого так же бывало, вот с кайфом сейчас одену, прям со снегом. Колени снимаю. Ребята, все ради вас, стараемся. Каждый день идет контент какой-то. Вот сегодня позвал Игоря Олейника, но он сказал, что там холодно, он может растаять от такого снега. Вот. Но нам мы с каналом нормально. Тут прогрелись, побили, так сказать. Видите, когда следующий раз будем на октябре? Я не знаю. Я не знаю, если так будет засыпано вообще. Я думал, сегодня написано было плюс 6 градусов. Я думал, будет теплая погода, офигенно побьем. Капец, просто минус 4, снег повалил. Все нахрен засыпало. Не за что за стрим, я старался, ребята. Стараемся для вас. Будут еще стримы в любом случае. Ударный пятничный стрим. Гео скоро, видите, залетит на стрим. Короче, много всего, много контента. Ждите. Огромной всем удачи и пока.